Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я просто не дождался. У меня через 3 дня буквально, ровно 5 месяцев, вот эту хамону из баранины. Прошлый раз мы дегустировали, месяц назад. Ну, немножко он был не готов. Я решил, что месяц он еще у нас повялится, и результат уже я покажу окончательный. Ну и вот я не дождался ровно 5 месяцев. Ну, есть на то причина. И, друзья, я вот его здесь очистил, то, что у меня было в прошлый раз вскрыто. И сейчас я нарезаю его, постараюсь тонкими полосками, примерно вот такими вот. Смотрите, как оно получается, мясо. Оно мягкое, сочное. Мы сейчас будем пробовать. Я вам расскажу, какой вкус. Тут надо очень тонко нарезать. Вот баранина 5 месяцев вялилась. Смотрите, какая у нее структура. Мягкая структура. Тянется оно. Мясо. Мне самому интересно. Я месяц назад пробовал, но я почувствовал, что оно немножко не дошло. И вот сейчас, вот видите, какое оно мягкое мясо. Мне самому интересно попробовать, есть какие-то, нет, изменения. Вот тут я немножко толстовато режу. Вот такая структура его. Ну, это соль, конечно, здесь соль внутрь прошла. Получилось здесь его мясо, оно преобразовалось уже. Вот такие вот тоненькие полосочки. Ну что, друзья, давайте я еще, друзья, вот тонкий срез сделаю. Я сейчас буду его пробовать. Ну, очень интересно на срезе. Вот оно такое. Ну что, мы пробуем? Оно, видите, какое оно мягкое какое. Вы знаете, друзья, ну, месяц особо я вот не почувствовал. Какие-то большие изменения, специи и острота чувствуется. Я это мясо сверху обсыпал специями острыми, травами и приправой, перец. И сейчас вот в структуру вошло вот это все, и острота чувствуется очень значительная. Чувствуется баранина. Это вот не свинина, не говядина, это однозначно деликатес баранины. И вкус очень приличный. Мне мой друг Джалил Гапизов, который живет в Дагестане, вот мы с ним общаемся, мой подписчик давний, и он мне посоветовал это мясо еще отварить. Он говорит, будет совсем другой вкус. Я обязательно попробую. А пока, вот как хамон вяленый, вот эта баранина очень интересна, друзья. Очень интересная. Отличается значительно от свиного хамона, то, что я делал прошлый год, дегустировал. Кстати, хлебушек, это который я пек 2 дня назад, белый, очень вкусный, свой. Очень вкусно, друзья. Вот. Я даже не знаю, как назвать такой вкус. Мясо замечательное. К этому мясу надо еще чего-то поставить. Очень интересный вкус, друзья.
необычный. Мне нравится, ребят. На самом деле очень интересно, очень вкусно. 5 месяцев, конечно, это надо ждать, этот срок, но тем не менее. Ну и я почему не стал ждать эти 3 дня, которые у меня, ну, срок пришел бы ровно 5 месяцев. Друзья, у меня буквально сегодня, у меня на моем канале набралось 3000 подписчиков. Я очень рад и очень доволен этим событием. Я хочу выразить всем моим друзьям, всем моим подписчикам, всем моим зрителям, которые приходили ко мне на канал, которые оставили свои комментарии, которые остались со мной, которые следят за моим творчеством на канале. Всем хочу передать громадное спасибо, друзья. Мне это очень помогает. Ну и мысли работают уже по-другому. Хочется чего-то нового, что-то показать вам другое интересное. У меня в планах сейчас вот у нас весна, лето впереди. Конечно, у меня будут поездки в лес, в поле, ягоды, грибы, однозначно, рыбалки. Конечно, у нас свой огород, свой дом. Все, что растет, будем показывать, что у нас там происходит. Беседка наша, где стоит гриль, где казан будет у меня стоять. Все это будет работать, уже запущено в эксплуатацию, поэтому буду обязательно делиться своими какими-то рецептами. Буду просто показывать, что я готовлю. Может быть, кому-то это будет интересно. Ну и проводить вместе с вами время. Я думаю, что будут у вас вопросы какие-то, комментарии. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Я с удовольствием отвечу. Ну и еще раз хотел сказать вам громадное спасибо, ребята, всем, всем тем, кто неравнодушен к моему творчеству, к моему каналу. Всем желаю здоровья, добра. Желаю, чтобы у всех все получилось, все желания исполнились. Ну и вам всем громадный привет. Всего хорошего вам. Ну и до свидания. До новых встреч, дорогие друзья. Пока.